Распространению пожаров способствует сильный порывистый ветер. И только с 9 по 12 мая площадь возгорания увеличилась с 60 почти до 700 гектаров. На этой видеозаписи с мобильного телефона настоящий огненный ад, который удалось обуздать лесникам Заиграевского района. Верховой пожар они смогли остановить на краю леса, на самой окраине районного центра. В арсенале сотрудников лесного агентства тяжелая техника, бульдозеры и пожарные автомобили, но в первую очередь лесники работают при помощи ранцев с запасом воды. По их словам, виновники частых пожаров – местные жители, поджигающие лес в корыстных целях. Вторая категория – это граждане, отдыхающие в лесу и устраивающие пикники. Возгорание лесных пожаров – это является, прежде всего, человеческий фактор, неосторожное обращение с огнем, что приводит к лесным пожарам. Работа, это тушение на лесных пожаров очень адская. В основном ликвидируют лесные пожары – это лесники. Заиграевский район – лишь один из наиболее проблемных. Полыхает по всей Бурятии, кроме Муйского и Северобайкальского районов, подчеркивает пресс-секретарь агентства лесного хозяйства. Горят леса 15 районов республики, в том числе первые очаги зарегистрированы в Акинском и Баунтовском районах. Наибольшее количество пожаров у нас в Яравнинском и Заиграевском районах, там по 6 очагов сейчас зарегистрировано. На сегодняшний день сотрудниками агентства и МВД проведено более 1600 рейдов, выявивших около 500 правонарушителей. Выписаны штрафы на сумму более 450 тысяч рублей. Вход в лес без специального разрешения по-прежнему запрещен. Намсарай Намсараев, Булат Бадмаев, новости дня, Заиграйский район.